прошлые выходные в Лондоне завершился 4-й чемпионат мира по кёкюсинкай карате. В первенстве мира принимали участие более 250 спортсменов из 56 стран мира. Честь нашей страны защищали 20 сильнейших спортсменов из разных регионов России, в числе которых и чувашский каратист Никита Трофимов. Спортсмен чебоксарского клуба «Сенсей» занял 2-е место в первенстве в категории до 68 килограмм. Сегодня вице-чемпиона и его тренера Алексея Нягина самые близкие люди встречали на перроне вокзала. Поздравляем! Поздравляем! Никита Трофимов стал настоящим героем для всех, кто занимается и просто интересуется карате. Впервые за всю историю кёкюсинкай в Чувашии он достиг таких высоких результатов. Завоевал серебряную медаль чемпионата мира Международной федерации. К тому же молодой человек не только стал вице-чемпионом, но и получил приз за лучшую технику. Спасибо всем, что поддержали меня в такую трудную минуту. Впечатление вообще отличное, я очень рад. Никита говорит, победил в Лондоне, потому что у него хорошие наставники. Так первым тренером каратиста был Феликс Анисимов. Последние 5 лет его тренирует Алексей Нягин. Мы к этой победе шли очень долго, и я думаю, добились того, чего хотели. Чемпионат мира показал серьезный уровень. Человек очень трудолюбивый, очень старательный. Схватывает практически все на лету. Работаем мы с ним, конечно, по специальной программе. Победить на чемпионате мира каратисту, безусловно, помогла и поддержка родителей. Они никогда не сомневались в способностях сына. Но волнуются каждый раз, будь то школьные экзамены или соревнования по карате. Мы с тренером Нягиным Алексеем связались. Но он нам сказал, что вот будет драться финал. В финале он, что на или первое, или второе место. Конечно, мы ожидали, конечно, да, что он у нас старательный, все время стремился к этому. Мы 2 дня вообще, можно сказать, жили как на вулкане. Все время переживали за него. Очень гордо, конечно, что он вот таких высот добился. В жизни спортсмена, как и должно быть, прежде всего дисциплина. Все разложено по полочкам. Так и с дальнейшими планами на будущее. Все четко и понятно. Вырасти еще выше на ступень и уже во взрослой жизни по мужиках уже тоже выступать опять на чемпионатах мира. Ближайшие планы вот на ближайшее будущее? Армия. Ну, за окончание школы и в армию. А после опять спортивная жизнь дальше. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.